Как научить разговаривать попугая Кареллу? Очень часто задаваемый вопрос среди новичков. Сегодня я на этот вопрос отвечу, потому что большинство людей, покупающие Кареллу, надеются именно на то, что птичка будет разговаривать. С вами канал Хомуси Лайф, и давайте начинать. По нынешней статистике, примерно одна из четырех птиц может научиться разговаривать, но при соблюдении некоторых правил. Первое. Ваш попугай должен быть мальчиком, потому что девочки по какой-то загадочной причине не разговаривают. Я сама не понимаю, почему девчонок обделили такой классной способностью. Второе – это то, что попугайчик должен быть меньше 4 месяцев, потому что после 4 месяцев очень мал шанс того, что вы научите своего пернатого разговаривать. Ну а теперь, как же я учила разговаривать своего Ромочку? Мы взяли Рому примерно в 2 месяца. Он выкормыш, поэтому был очень ручной. Но к тому времени он не мог даже летать. Просто повторяйте слово, которое хотите, чтобы попугайчик ваш сказал, несколько раз. То есть, например, Рома-птичка, 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 Рома-хороший. Или включите видеоуроки на YouTube, они есть. Но если вы хотите, чтобы ваш попугайчик пел, то включайте тоже какие-нибудь песенки или насвистывайте их сами, и тогда попугайчик начнет их повторять. У нас такое уже было, и Ромочка до сих пор не сопротивляется в том, чтобы петь. Если вам что-то было непонятно, то пишите мне в комментарии, я обязательно отвечу на ваш вопрос или поделюсь с вами нужным советом в видео или в самих комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.